Вы заходили в мини-маркет, говорят, да? Нет. Как это нет? Нет, зашел, купил бутылочку пива. Вышел, пошел на остановку. Все. В поисках очередной дозы алкоголя мужчина забрел в мини-маркет уже глубокой ночью. Поняв, что пиво ему здесь не продадут, он выхватил нож и начал угрожать девушке за прилавком. Правда, по его словам, никакого нападения он не совершал, а за спиртное якобы расплатился. Не учел он только одного: в магазине установлены камеры видеонаблюдения. Я зашел просто, дал ей полтинник, положил на кассу, сказал, у меня бутылочка пива. И все. То есть вы с ней не ругались, ножом ей не угрожали? Нет. База экипажа частной охраны расположена неподалеку. На место они приехали менее чем за 5 минут. Девушка-продавец хоть и была напугана, но приметы нападавшего назвала вполне точно. Мужчину заметили на другой стороне улицы. Убегать он и не думал, а вот от ножа успел избавиться. Нож мы как бы не видели, он при нас его как бы не вытаскивал, но его сотрудники полиции, осмотрев, то есть как бы тоже не нашли. Ну это не разбой никак. Если бы я бы грабил, так я банк бы грабил. Ну никак, не мини-маркет, спим. При задержании мужчина получил травму лица, сам он настаивает на том, что его избили. Очевидно, что с уголовным кодексом он знаком не понаслышке. Как выяснилось, он уже имеет судимость за кражу. Искандер Тулбаев, Игорь Бызов, Эфир 24.